первое и единственное в городе детское экскурсионное бюро. Краеведческое объединение «Истоки» при духовно-научном центре Саровского монастыря знакомит ребят с профессией экскурсовода и дает им практические навыки по ведению экскурсий. На занятиях дети изучают историю города, монастыря, ядерного центра, биографии ученых и выдающихся деятелей Сарова. Кроме теории, в объединении есть и практика. Учащиеся проводят настоящие экскурсии, как для детей, так и для взрослых. Экскурсовод – это не просто рассказ заученного текста, как вы понимаете. Работа экскурсовода очень многогранна. Это и эрудиция, это и знание, это и умение подать материал. Это, наконец, ораторское искусство и даже театральное искусство, потому что работать с аудиторией – это очень сложно. И вот всему этому учатся наши дети. После обучения и сдачи теоретического экзамена и практики учащиеся получают сертификат, который дает им право самостоятельно проводить экскурсии по городу и монастырю на платной основе. Кроме того, в объединении знакомят и с основами исследовательской работы. Краеведческое объединение «Истоки» активно участвует в подготовке стендов для будущего музея «Саровская пустынь», а также организовывает экспедиции по Нижегородской области. Каждый год они сдают экзамен по теории и практике. Но практика включает не только проведение фрагмента экскурсии для младших и уже целой экскурсии для старших курсов, но и еще составление авторского текста. Это составление собственного текста экскурсии по выбранной теме. В «Истоки» принимают ребят с 4 по 11 классы. Есть возможность не поступать в объединение, а быть просто вольнослушателем. Еще одно направление при духовно-научном центре – школа будущей хозяйки. Девочки учатся готовить различные блюда, занимаются рукоделием и изучают правила этикета. Некоторые темы педагоги разрабатывают по запросу учениц. Например, школа финансовой грамотности, если, или школа создания семьи. Если вы, например, не сдаете экзамен экскурсовода, вы просто слушаете сведения по истории города, а второй урок – это обязательно вот школа будущей хозяйки. Занятия в «Истоках» и в «Школе будущей хозяйки» проходят раз в неделю. На базе духовно-научного центра действуют и другие объединения. Иконописная мастерская «Лики», музыкальная студия «Дар», духовно-историческое объединение «Святая Русь». А для взрослых работают историческое объединение «Саровская пустынь», школа церковного пения «Благо». Обучение в подразделениях духовно-научного центра бесплатное. Занятия начинаются со второй недели сентября. Справки по телефону 8-910-384-1704. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров, 24.